А в центре Листы прошел флешмоб «Я голосую». Задача мероприятия – пригласить жителей Калмыкии на выборы, проявить свою гражданскую активность. Участники акции выступили с танцевальным номером, а затем выстроили символическую галочку в знак того, что молодежь примет участие в выборах. Мы с удовольствием приняли участие в этом флешмобе, и тем самым мы агитируем людей на то, чтобы они пошли и проголосовали. Я обязательно пойду на выборы вместе со своей семьей, со своими родными, близкими, буду голосовать обязательно. Часть студентов уже совершеннолетние, они имеют право голосовать. Наша главная цель была призвать всех, чтобы шли на голосование и отдали свой голос.